Даешь молодежь. На базе центра Барсова гора стартовала городская спартакиада работающей молодежи. Она проходит уже в 6-й раз и состоит из 10 этапов. Первый из них – полоса препятствий. Его организовывал Центр специальной подготовки «Сибирский легион» при поддержке отдела молодежной политики администрации Сургута. На старт вышли около 100 человек. В сентябре мы проходим 4 этапа. И дальше уже с перерывами через неделю будут еще этапы. Разрыв большой между мероприятиями, этапами, потому что, ну, во-первых, подстраиваемся под график работающей молодежи. Все мероприятия будут проходить выходные дни, для того, чтобы было удобно ребятам принимать участие, чтобы не было отрыва от производства. Спартакиада – это не просто возможность там проявить какие-то свои физические способности. Это все-таки выстроить какие-то неформальные связи с коллегами из других организаций, общаться с ними, дружбу наладить, найти там общие темы, пересечения. В прошлом году число участников было рекордным. Суммарно во всех этапах на старт вышли почти 1000 сургутян. В этом году на первый этап заявились 17 команд из различных профессиональных отраслей. Газовики, нефтяники, строители, коммунальщики и другие. В итоге победу одержала сборная сургутского ЗСК общества «Газпром-переработка». Следующий этап эстафеты пройдет 17 сентября. Команды сразятся в велоспорте. Как ваши ощущения после эстафеты? Хорошее. Ребята молодцы. Что самое сложное было? Вот, самое сложное было держать двух девушек у себя на спине. Найти 9-ю точку. Мы ее пробежали, а потом искали полис. Самое сложное было найти, потому что мы здесь первый раз на этой местности. Очень странно все. Ну так, в принципе, по карте разобрались.